Казанский федеральный университет посетил атташе по науке и технологиям посольства Франции в России господин Арельен Лене. Гостя встречал директор департамента внешних связей университета Андрей Крылов. Традиционно визит начался с экскурсии по музею истории КФУ. После нее состоялась встреча с руководством и презентация Казанского федерального университета. На ней присутствовал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Визит представителя посольства не является чем-то удивительным. Казанский университет ведет активное сотрудничество с вузами Франции. Наши исследовательские отношения с Казанским федеральным университетом и Францией очень тесные. Можно упомянуть совместную лабораторию между КФУ и городом Марсель, институтом Инсерм по нейробиологии. Помимо этого, КФУ поддерживает образовательные программы и научные исследования со Страсбургским университетом, Французским институтом нефти и альтернативных источников и другими вузами страны. По словам атташе по науке и технологиям посольства Франции в России, вузы открыты к новому сотрудничеству с Казанским федеральным университетом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.